В этом году отмечается 180-летие со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Его произведения до сих пор будоражат сердца миллионов. Равнодушными не смогли остаться и организаторы ежегодного мероприятия «Музыкальная гостиная». В этом году оно посвящено творчеству выдающегося композитора. Музыкальная гостиная помогает ознакомить детей с миром, да, классики, поэзии, помогает им влиться в мир прекрасного, узнать больше о нашей истории великой, художественной. Это праздник для детей, который они надолго запомнят практически на всю свою жизнь. С большой ответственностью к мероприятию отнеслись воспитанники детского сада номер 7 «Лесная сказка». Вместе с музыкальным руководителем они не одну неделю разучивали русский танец под музыку из балета «Лебединое озеро». Чайковский – это очень высоко, это здорово. Вы знаете, с каким удовольствием дети готовились под эту музыку? Они с каким вниманием слушали ее? И я думаю, что это всегда детям принесет пользу. Музыка Чайковского – это моя жизнь. Она мне нравится, очень красивая, хорошая. Меня там вдохновляет тоже скрипка, очень красиво играет. Чтобы поздравить ребят с еще одним удачно проведенным концертом, мероприятие посетил глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов. Он отметил важность продолжения этой славной традиции, которая в Ленинском городском округе зародилась 3 года назад. От композитора к композитору, от автора к автору, и вот так, ежегодно переходя от одной темы к другой, мы знакомим детей с творчеством великих людей. Я вам скажу по секрету, дети, что вы слышите меня? Да. Молодцы. Мы иногда на этих гостиных узнаем что-то новое и для себя. Мы взрослые. С каждым разом число участников мероприятия увеличивается, да и желающих посмотреть на выступления юных артистов тоже растет. Поэтому в этом году музыкальную гостиную было решено провести в стенах Видновской 10-й школы, в которой один из самых больших актовых залов города. По окончанию праздника всем выступающим были вручены памятные подарки. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.